Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Азумантис. Да-да, рад вас приветствовать. И вы меня тоже. Скучали, наверное. Сегодня, короче, хочу посмотреть один такой топовый сериальчик. Вернее, фильм. Шоу Ирины Каратовны. Наверное, вы все знаете. Сняли фильм. Называется «Закладка». А по рекламе я увидел, что там участвует Муса Галиев и все остальные. Ну, давайте, приятного просмотра, а вы смотрите на мою реакцию, потому что фильм, говорят, такой тупо прикольный, короче. Поехали. Надеюсь, рекламы не будет. О, боже мой, что я натворил? Так, так, ну, звук у вас идет. Так, давайте паузу поставим. И будем слушать вот так. Что случилось, пацаны? Все нормально? Где трава? Где трава? Ну, уже прикольно. Не негрик нахуй. Посылочка, все с рук. Ты давай не лезь по ссылочкам. Весь друг. А твой папа где работает? Он в тюрьме сидит. А, жалко. Походу, мой папа его туда посадил. Нифига себе у тебя удар. Меня ж папа убьет. Белгисиз кашан жауатын шөлінге жаун. Бұл жалғары лига. Үлкендердің ойны. Сәл түс чига. Аңдап айт ойынды. Бұл жоғары лига. Үлкендердің ойны. Сәл түс чига. Аңдап айт ойынды. Стой! Тоқта, ёпты, байу май! Стой! Бұл жоғары лига. Үлкендер музыка вообще топ. Огонь. Победителю! Победителю! Лопатка! Прошу! Аплодисменты! Илюха! Победитель! Илюха! Прошу, занимайте свои места, потому что наш той, наш вечер продолжается. И я хочу предоставить еще одно поздравительное слово. Человек, который специально вышел из тюрьмы для этой свадьбы. Слово предоставляется тетя Кларе! Ваши аплодисменты! Тетя Клара, прошу! Ебать! Тетя Клара. Марта, после свадьбы хорошую траву найди. Всем, чтоб бошку снесло. Чтоб бошку снесло. Заходи. Здоров, коллеги. Привет, Сабира. А? Я говорил? Я же говорил, его поймаю. Саша, посмей да. Гордо за ним гонялся. По идее, если бы не по-штыргенски, я его быстрее бы поймал. А? Какой по-штыргенски? А ты куда сел? Есть ты еще, просто долго заживаю. Ладно, все, давайте, он ваш. Я в твою мать. Ёб твою мать! Народ должен активно противодействовать коррупции. Нужно своевременно сообщать о таких правонарушениях. Нурсултан Назарбаев. И пиздить их. Ирина Кайратовна. Красавчики. Не оригинально. Мам! Обманчиво. Креативно. Эй, все, креативно, хватит, все, один раз похож, не перестаешь. Все, идем. Все, шеф, идем. Дорогие казахстан, мам, дорогая казахстан,
девушки ауфки. Это ему только и быть тамадой, если честно. Хорошо, поели. Давайте теперь немножко и сами потанцуем, да? Размешаем, так сказать, все, что у нас в животике. А для этого нам поможет замечательный, потрясающий артист. Это заслуженный артист Республики Казахстан и Боснии и Герцеговины ТПР. Вы двигаете рентгенами, друзья, не расстраиваемся, потому что на сцене сейчас Кайрат Нуртас. Ничего себе. Вот, сегодня задержали. Целый день за ним гонялись. Оказалось, что взяточник. Помогает у людей деньги, сам выписывает им якобы разрешение на строительство. Сволочь. Вот молодцы, ребята. Молодцы. Радный. Горжусь вами, блин. Молодцы. Ну что, стоим? Давайте, сяжитесь. Стой здесь. Очень раз поздравляю вас. Есть дело поважнее, блин. Это же сын его, да? Проткнул мяч моего сына, блин. Видишь, он... Мяч? Дай мяч. Я не понял. Мяч? Да, мяч! Мяч! Обыкновенный мяч! Мяч! Чего-то непонятно. Тупите тоже. Так что давайте, найдите эту тварь, блин. Привезите сюда. Нет, товарищ полковник, вы не поняли, мы взяточника поймали, он людей обманул. Деньги вымогает. 2 миллиона тенге. Ну что? Ну что? Вы что думаете, это, блин? Ну вы что ли? Ну сегодня его поймали, потом другого, второго, третьего. И что дальше? Вы скажите мне, сколько камер у нас для заключенных здесь? В отделении 5 камер для заключенных. А таких же много? Не 5 же их? Их же не пересчитать, блин. Вот Султан, да, блин, сегодня вот, да, вот, вот, мячик прокололи, а завтра что? Для чего мы работаем, ребята? Днем и ночью, блядь, чем стоит балар, шнанавна, бола, шаушна, вот видите? А что днем и ночью? Потом объясню. Так что, ребят, поэтому надо работать, работать и работать. Найдите эту тварь. Давайте, все свободны. А с этим что делать? Да оставь эту сумму, давай. Не понял, товарищ полковник, там мяч надо найти, что ли? Я объясни этому, а? Нет, человек, который мяч прохал. Да, конечно, давай, давай, давай. Да. Мяч надо найти. Пока давай, человек. Чё стоишь? Иди сюда. Че? Мне накинули басхожу, да подумали? Да я нес вам эти деньги. Эти двое за мной как увязались, целый день от них убегал. Я что, получается, просто пизды получил, что ли? Получается, да. И женам я кем сказал. Бомж даже слова там из хорошо. Здравствуйте, мне нужно переодеться. Не хочу казахском бухать. Ты моя патриотичная алкоголичка. Конечно, пойдем нажрём. Все, спасибо. Патриотичка, алкоголичка. До свидания. О, блядь, как я заебался быть дружкой. Я вон та подруга невеста, ничего такая, да? Да. Только и русский нравится. Ой, ты. Чего, блядь, ты же видел всю свадьбу на Микала? Песня Алексея Гомана «Русский парень». Встречайте! Русский парень от боли бежит. Русский парень от боли не стонет. Русский парень в огне не горит. А теперь у нас реклама.
Всем привет! Это «Дача на прокачку» и я его ведущий Строй Зибит. И сегодня мы пришли к Калдику, чтобы прокачать его дачу. Ну что ж, давай. Вы пока смотрите без меня. О, что за двери? Мы обязательно заменим эти двери на самые прочные двери от Акфа. Строй Зибит! Строй Оператор! Строй Звукач! Как дела, пацаны? Мама, они пришли! Йоу, бро, что с твоим отоплением? Что с ними так? Да его просто нет! Как и чувства моей бывшей! А эти окна? Да ты через эти окна никогда не увидишь свое светлое будущее! Давай, ребят, заходите, быстрее! Вот они! Самые лучшие, самые качественные окна от Аква! И мы тебе их поставим! Твой отделочный материал напоминает мне мою бывшую! Она такая же плоская, всем видом показывает, что ты не можешь прокормить свою семью! Ты не мужчина! Йоу, бро! Да ладно, не переживай! Тебе повезло, у тебя есть мы! И мы все заменим на Аква! Все очень плохо! Но эта плитка! Она больше всех напоминает мне мою бывшую! Но ты не унывай, тебе крупно повезло! Ведь мы тебе все заменим на продукцию от Аква! У тебя двери будут Аква! У тебя окна будут Аква! Пол! Так, все стройматериалы будут Аква! Завязывай, чувак, ты мне зачем нужен тогда? Я же сам могу все заказать от Аква! Йоу, Аква, постройте лучшее будущее вместе с Аква. Йоу, меня зовут Паттер, и я арендатор. Добро пожаловать на казахский бар! Йоу, МС справа, представься. Я МС слева. Йоу, МС слева, йоу, представься. С вами МС справа. Йоу, сказал. Че вы меня путаете? МС слева, встань справа. МС справа, встань слева. Не знаю, зачем это нужно, но давай. Быстро, быстро. По итогам жеребьевки начинает МС слева. Ты не альфа-самец, ты альфа-самка. Все потому, что у тебя нет карты альфа-банка. Я трачу в месяц 100 тысяч и получаю бонусы сверхчеловека. А он стоит передо мной. Ни карты, ни кэшбэка. Это что, Алёны? Я выиграю тебя, и мне не нужна рифма, малыш. Все потому, что я получаю кэшбэк в размере 50 тысяч. Я не понимаю, это не рэп вообще. Альфа! Карточка! Кэшбэк! Вау! Йоу! Рекламодаватель! Я что-то не понял. Это рэп-баттл? Или рекламная интеграция? Воу-воу-воу-воу-воу! Чувак, это факт, а констатация! Дебетовая карта Альфа-Вау. Твой вау-кэшбэк. Я вынес тебя right here и right now. Спонсор моей победы — дебетовая карточка Альфа-Вау! Ага, мы сами ждем. Заебал, где он ходит, блин? Нахуй ему лимузин без сигналки? А ты же видел, он у нас на Тойе там не захер кайфанул вообще. Так, вы с какой стороны? Со стороны жениха или со стороны невесты? Я со стороны лимузина! Бля, что теперь делать-то? Нам ехать надо уже, пацан. Ебаный в рот, блин. Блин, ничего, что мы на чужой тачке въехали? Да ладно, нормально, туда-сюда резко скатаемся, никто ничего не заметит. А если спалимся? Да не спалимся мы. Ты когда-нибудь видел, чтобы менты лимузин останавливали, а? Блин, сейчас жрать охота, жесть. Кстати, вот мы с тобой сейчас донор едим. А ты когда-нибудь задумывался вообще? Придурки, блядь. Ты вообще задумывался, зачем нужно идти в полицию работать? Это же ни хрена не кстати. Почему здесь кстати вообще? Ну, согласен, я просто не знал, как разговор начать. Весь день об этом думаю, блин. Подожди, ты весь день об этом думал, что получается, я один работал, что ли?
Ну не, серьезно, я спрашиваю, зачем нужно идти в полицию? Ну понятно, понятно, понятное дело, что я не просто так пошел работать в полицию. Я же не дурак. Специально выбирал, куда пойти. Я мог пойти в любое место, потому что отец работает в отделе кадров полиции. Но я выбрал пойти в полицию. А знаешь, почему я пошел в полицию? Нет, я вот тебя поэтому через донера хотел спросить. Да не просто так, Дорог. Вот смотри, вот возьмем Америку. Там же такие же ребята, как мы. Вот полицейскими работают. Точно такие же. Только пончики едят вместо донера. Но только в отличие от нас, люди их уважают. А нас боятся. Потому что они пришли работать в полицию, чтобы защищать людей, а не кошмарить. Вот и я пришел сюда не просто так. Я хочу поменять мнение народа о нас. Хочу развернуть их к нам, понимаешь? Чтобы они поверили, что существует правосудие, честность, доблесть. Чтобы люди просто верили в нашу полицию. Поэтому хочу работать честно. Мячики искать, блядь. Базарно. Ну, а? А что, ты меня не спросишь, зачем я пошел в полицию? Ну, давай. Ну, спроси меня, зачем я пошел в полицию? Блядь, зачем ты пошел в полицию? Спасибо, что спросил. Короче, я хочу тоже защищать людей, не только от зомби. Подожди, ты в курсе, что ты в конце сказал сейчас от зомби? Да, за. Потому что я в них верю. Потому что они существуют. Они ж не фиксики. Ты больной, что ли, вообще? Какие нахрен зомби, блин? Ты же Чип и Дейл, скажи. Нет, Аза, это животные. Мы сейчас не про этих ребят говорим. Мы говорим про зомби. Они реально существуют. Ты когда-нибудь задумывался, как в разных уголках планеты появились легенды о зомби? Вообще, откуда слово «зомби» появилось? Я тебе скажу, потому что пришли зомби и сказали, мы зомби. Ты ебанулся, что ли, совсем, Дорох? Ты что гонишь, блин? Да еще древние атланты про это говорили. Какие атланты, Дорох? Ты не говори так больше никому, ты еще больной? А ты вообще знаешь, что существует три вида зомби? Сиги, баклажка, фольга. Фольгу обязательно, окей? Все? Не забудь. А иди с ним сходи сейчас за тупитом. Пиздец, блядь, сам сходил. Здравствуйте, Саламат Суа. Здрасте. Можно, пожалуйста, 2 литра колы и 1,5 литра колы? Может, сразу 2 литра возьмете? Не, нам 2,5 надо. Да, и этот. Так. Есть у вас горчица? Да, горчица есть у вас? Вот, только такая осталась. А, нет, нам такая не нужна. Есть пюрешка? А, да, пюрешка есть у вас? Пюрешки кончились, простые бич-пакеты. А, нет, бич-пакет нам тоже не нужно. А точно, а есть шоколад Казахстан? Шоколад Казахстан есть у вас, да? Вам аппарат нужен. В смысле? Через что хапать будете, говорю? Водный, утка, парашют, папира, бонг. По-цыгански. По-русски. Через рот, через нос. Через жопу? Через друга жопу. Через друга жопу. Не, давайте папиры. Да, и пир вот есть у вас, да? Это актриса сериала «Перекресток». Через жопу курить. Я отходил, потому что... Зачем ты закапался? Мы же не думали даже еще. Потому что вчера смотрел уже этот сериал, фильм. Раз, два, три, с касания найди. Я в тот раз забирал там. Там что, трупак лежит, что ли? Застрелили, походу, или что? Улица Геодезическая, 12. Апа, наркоман с его другом лежачим. Опять настрелялись у нас во дворе, а я все сняла на камеру. Это не мой друг, я его... Молчи, паскуда! Я первый раз его вижу. Молчи, сказал! Здравствуйте! Что за съемка? Третий наркоман пришел. Да нет, какой наркоман?
Нет, ну наркоман. Чё, я? Ваш сосед с 18 квартиры. Чё пиздишь, 18 квартира моя. Чё пиздишь? Извините, пожалуйста, чё вы материтесь, блин? Капец, вы, блин. Всё, извините, мы пойдём. Ладно, вы смотрите, а я пойду покушаю, пока. Алло, полиция, приезжайте, пожалуйста, побыстрее. Их уже здесь трое. Можете громко не разговаривать, я вас слышу. Один валяется. Не кричите на меня. Заберите своего друга, всё, я сказала. Смотрите, мы забираем, вы удаляете видео и не звоните, хорошо? Хорошо. Всё, мы забираем. Алло, полиция, апа, вот их трое, да, они мне надоели. Всё, смотрите, апа, болдой, кетков, всё. Отсмелись, вот, видишь, апа, уходит, всё. Удаляется. Уходите, пожалуйста. Забирайте. Удаляйте забирайте видео, пожалуйста, салон. Ага, удалю. Что за хуйня произошла, пацаны? Да хуй его знает, блядь, бабушка какая-то кипишная вышла, блядь. Блядь, еще этого алкаша с собой взял. Да ты же это, блядь, забери, забери, как ебан. Блядь, а что я тебе должен? Ты наркоман, блядь. Да, сука, блядь, дала бы мне тебе там... Мне помог, блядь. Помог же, блядь, ты пиздец, блядь, охуеешь. Блядь, вставай, мне, блядь, вставай, блядь, мужик. Вставай, заебал, алкаши. Эй, Ержав, вставай, заебал. Э, вставай, пацан. Он что, не дышит, что ли, ебать? Где они? Труп! Какой труп, пацаны? Вы что, угораете? Я на копер скидывался. Скидывался. Где трава? Эй, блядь, Лёх, скажи ей что-нибудь, задолбал уже. Джамбара трш, каскелин. А ты что, получается, не русский? Тупая ещё что-то. Что дальше было? Утро не на великены, а сажу в обед вет. Речь с юрикены, вечером палю на растени. Все имеет цену, мы копим на перемены. Каток денег мы топим за умение. Умей делать, а не подделывать. И goddammit, мы не модели, бля, что мы наделали. Теперь колесим по стране с подельниками. Аминь. Пацаны, уважаемые, сигарет не найдется, а? По-братски, а? Татуха? Бля, базару нет, брат, а? Нихуя с капсулой, базару нет, братан, от души. Заебал, бери его нахуй в другое место. Мужики, бля, последняя просьба, есть мелочь, а? По-братски. Бля, вот пиздеть не буду жесть. Там молоко хочу, я. Эд, пошел нахуй, мы тебе сигареты дали, хватит тебе на. Эд, ты капец невоспитанный, ебаный в рот, Эдно. Фу, бля, а? Фу, блядь, че так воняете, ебаный в рот? Вы че там кто-то сдох, что ли, ебаный? Пошел нахуй, бомжара ебаная, блядь. Это от тебя воняет, нахуй, иди помойся, блядь. Сам пошел нахуй, я ментов вызову, ебаный в рот. Пошел нахуй, блядь. Прохода, убери вещи нахуй, бомжара, сука. Иди помойся, блядь, гандон нахуй. Фу, пошли, что ли, быстрее, ёлки. Ну, говорю же, по-штурденски не заживает. Не могу быстро ходить. Так, побегаем. Так, вот вроде. И что получается, шеф здесь живет, что ли? А? Я говорю, что получается, шеф здесь живет, что ли? Ну да, сюда же приехали. Я к тому, что я думал, у него дом получше. Не, он один в этом подъезде живет. А, в этом подъезде где? Вот же, говорю же я это. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте, здравствуйте. Вам не хворать. Здравия желаю, Пашка. Бог помнит. Здравствуй. Тебе бы тоже помочь. А, Пашка, а вы в этом доме живете? Нет. Прихожу сюда чужие цветы поливать. Конечно, здесь. А чё ты такая дерзкая бабка? Какая тебе бабка? Мне, между прочим, 68, а лицо выглядит намного получше, чем у тебя. Ты чё базаришь такое, я не понял, всё, а? Хватит, хватит, хватит. Всё, она права. Иди. В смысле права? Она в цвет старая, а мне 36. Иди, иди, наркоманов лови, чудовище! Как раз в участке отметишься и наркотиков себе найдешь. Ну, наркотики тоже не надо сюда приплетать себе. Причем здесь мы-то вообще? Это наша работа.
Вы лучше скажите этот, а вы не знаете, кто ребятишкам мячик продарил? Мячик? Нет, не видела я такого. Не знаю мячик. Да? А по-моему, ты что-то бздишь, старая. Все. Чего? Того. Все, ладно, все. Все странная все. Ты какая-то. Это ты со странным лицом уродился. Акстись, бес! Что ты конкретно хочешь, а? Что ты конкретно хочешь? Тихо, что ты тут съешь? У тебя же нет пистолета все равно. Тихо. Все, дай поехали. Я с ним поговорю. Какой поговорили уже? Все, поехали. Я просто поговорю с ним. Дорог. Просто все. Поговорю. Эй, не бей только. Да не буду я не бей. Бей. Отвечаю. Отвечаю, не вот, бей. Вот, отвечаю. Иди поговорим. Иди сюда. Вот а? Иди сюда. Иди сюда, я тебе сейчас покажу. Чего ты пошел? Где? Все, 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 пошли. Тебе повезло, что ты старая. Все, старая. Тебе повезло, что ты страшный. Все. Пошли, говорю. Спасибо, бабушка. Да за что ей спасибо? Ну, пошли, говорю, все. Я тебе цветы помну, поняла? Мне, приходи, еще раз поговорим, приходи. Сука, я тебе хочешь, покажу. Что ты хочешь? А ты что хочешь? Ты что хочешь? Просто поговори. Все, 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 не хочет он говорить. Все, все, все. Я тебе поговорю. Ай, мистер Генский. Все, говорю, пошли. Все, 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 извините, извините. Принеси азу, брат. Фу, ёб твою мать, пошли отсюда, я же сказал же. Пришел сюда, порядки устанавливай. Пошли, позор, бля. Извините, вы не могли бы счет закрыть у нас? Переспенка просто. А, да, конечно, сейчас. А пути? Дальше не надо. Спасибо. Эй, слушайте. Запарил, мы не хавать сюда пришли. Делаем так. Его оставляем здесь. Сами по одному. Спокойно. Без палева просто выходим. Я первый. Я второй. Пацаны! Две штуки баксов и велик. На этом халас. Эй, Серега, это не бизнес-предложение, это ультиматум. Ты понял, Ик? You got to know, pump it up. You got to pump it up. You got to know, pump it up. You got to pump it up. You got to know, pump it up. You got to pump it up. А мы поедем курить. You got to pump it up. А где моя Алоша? You got your pumper up. Я положил в портмоне. You got your pumper up. А где мое портмоне? You got your pumper up. Оно где-то у меня. You got your pumper up. You got your pumper up. You got your pumper up. Пацаны, пацаны! Я, кажется, портмоне в кафешке оставил. Ну ты что, со всеми стариками в городе хочешь пересраться, что ли? То бабка, то помощь. Ты что, блин? В смысле стариками? Тебе сколько лет, ты? Братишка, когда я родился, Азарбаев работал металлургом. Видишь, пожилой человек, уважительным надо. Я тебе сколько раз говорил, обрати внимание, Дора, бомжи в основном все пожилые люди. Лично я ни одного бомжа-тинейджера не видел. Ну да, а бомжихи все милфы. Сочные. Фу, блядь. Я что, вслух это сказал? Девушка, извините, вы портмоне не видели? А, его ваш друг забрал. Как забрал? Ну, ему что-то плохо стало, я скорую вызвала. И ему портмоне в карман положила. Ну, кстати, он... В общем, Сергей Сергеевич, у нас к вам деловое предложение. Давайте вы возьмете на себя этот гребаный мяч, а мы вам бесплатно сделаем ЭКГ. Братан, нахуя мне ЭКГ? Лучше отмойте меня. Только мыть будет он.
Аза, я не буду его мыть. Да вот же речка. Аза! Ну что, пацаны? А как мы труп заберем? Короче, у меня идея. Ага. Пацаны, я буду их отвлекать. Вы труп вытащите. Блять, только быстрее, пацаны, не тупите там. Что случилось? Какая скорая помощь? Какая помощь вам нужна будет? Вы вообще не поймете. Вы что хотите? Успокойтесь. Сердце! Так, парень. Дыши глубоко. Вдох. Дыши. Выдох. Вдох. Выдох. Медленнее. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. По-моему, не доказано. Лучше? Наверное, тебе. Да, кажется, реально помогло. Стой. Что происходит? Блин, реально помогло уже. Блин, вы реально скорая помощь. Спасибо. Спасибо, ребят, вот вам. Вот вам деньги немного. Вот возьмите. Сейчас, спасибо. Скорая, вперед. Бери. Спасибо. Псих какой-то. Капец ты вонючий был. У меня руки до сих пор воняют. Серега, я тебе сказал, бросай сигарету, не кури машину. Да пусть курит, блин. Воняет, кури. Все, выкидывай меня. Я так во всех фильмах делаю, давай быстрее. Короче, Серега, приедешь в участок сейчас. Че там? Напишешь заявление, понял? Смотрим. Это я мяч проколол. Братан, может не надо, а? Все, я тебе сказал, хватит. Пожалуйста. Да, пацаны. Какой не надо, мы с тобой как договаривались? Ты че, блядь? Че за правосудие, ё-моё, блядь? Какое правосудие? Ты че гонишь? Че, блядь? Мы тебя помыли же! Ну и че? Ну-ка, тормози! 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 Ну? Ты че, черт, а? Слышишь, сегодня ты мячик проколол, завтра че? Взятки будешь брать? Формат, это че, не ради кого мы этого что-то там днем и ночью, а? Правильно же? Серега, мозги не делай, понял? Я тебе сказал, привет. Мы тебя помыли, блядь! Помыли, блядь, все! Это кто такие? Что они делают? Нормально разберемся, пацаны, успокойся. Истеричка, да, блядь? Как в боевиках. Давай быстрей! Подожди, Дая! Сэйба. Ты боишься, да, его? Пошел нахуй, бля! Салам алейк! Алейк масама! Здрасте! Че делаете? Да, уж братишка набухался, лишь перепил, на свадьбе сидели. Отдышится немного. Сейчас он подышит. С этим че? Ты че плачешь? А это у него, ага, это у него сестра просто замуж выходит, блин, одна единственная, вот, сентиментально плачет, да. Нормально это, брат, это жизнь, успокойся ты. Чего я не пойму? Один братишка набухался, один плачет стоит. Ты вообще что-то это... Кудрявый весь, слышишь? Все, мы уходим уже? Давайте, бегом отсюда. Да, все, идем. Уходим. Вы не пойдете? Вы не пойдете, мы уходим? Вы не пойдете. Пойду. Ну идите, давайте. Поехали уже!
мужа, а? Он опять вонять начинает. Вы идите тоже. Да не пей больше, понял? Эй, вообще не пей. Бля, походу это вот этот бомж на нас и навонял, жесть. Сука, зря мы на этот мост пошли. Подожди, какой бомж? Какой мост? Ты вообще о чем? Где трава? Подожди. Где трава? Блядь, что за вертек, пацаны, нахуй? Бля, пацаны, нам пиздец повезло, нахуй. Блядь, как мы вляпались в эту ху... Надо избавиться от него. Эй, короче, машину здесь оставим. Пойдем в лесу, закопаем его. Я домой. Какой нахуй домой, эй, блядь, гони, нахуй. Мы теперь вместе, нахуй. Пожалуйста, парень. Какой нахуй домой, эй. Успокойся, нахуй, ты что гонишь, блядь? Эй, заебал, ты сейчас будешь яму копать, нахуй. Я не умею копать. Будешь копать, нахуй, блядь. Отпустите меня, суки, наркоманы ебаные! Отпустите меня! Блядь, пацаны, может, поможете, блядь, заебали? Ялди, помоги быстрее, закончим. Я завязываю шабить. Блядь, Ялди, сейчас не время драматурга включать, заебал, давай. Давай его закинем песком на кровь, никто не найдет. А вдруг у него семья была? Держи. Девушка, собачка, с которой он по утрам любил гулять. Его вот так по животным. Не по-человечески это, пацаны. Давайте помолимся. О, Господи. Прости, пацана. Я его имени даже не знаю. Может, хороший был. Чего, опять салам алейкум получается, что ли? Ассалайкма! А? Вы что здесь делаете? Вы сразу подозрительным показались целый день за вами наблюдать. Все нормально, все нормально, все нормально. Да нормально, а мы просто стоим тут. В смысле нормально? Вы просто стоите в лесу втроем ночью. Вы что гоните мне здесь? Что делаете, я сказал? Да мы собаку сбили по пути, блин. Да, и решили здесь похоронить. По-человечески. Чего? Вы что, собаку по-человечески закапываете, что ли? Мозги мне не компенсируйте, я вас еще раз спрашиваю. Последний раз говорю, вы что здесь делаете? Да труп! Труп здесь, ага! Ты что, не видишь, мертвого закапываем? Труп это, что непонятно? Так, а ну-ка тогда все руки подняли, я сказал! Все до единого руки подняли! Спокойно! Это что за херня? Зомби! А? Алло, зомби! Ай, айқын бейне таңым ай, ақ маңдай арманым, айдындай ай, аулым. Так он живой был, что ли? Я не понял, вы что там уже про зомби рассказываете? Что? Смотри у меня, понял? Все понял. Никому не говорите, что у нас в Алма-Ате зомби борется, понял? Как ты понял, ну-ка? У нас в Алма-Ате зомби не водится. Зомби не водится. Все, давай. Только ты болсон. Да. А что, может, это, а? С нами зайдете? Нам что, делать нехну, что ли? Нам надо мячик искать. Вы обдолбались. Они обдолбались. Потому что под трезвяне вы такую хуйню не придумаете. Скажи, скажите, мы обдолбались без тебя. В день твоей свадьбы, как есть там, пацаны. Нахуй вы не такую историю придумываете? Че, блядь, я тут сижу? Вот с этого надо было начинать, пацаны. Че, мосты, бомжи, блядь. Трупы всякие. Сейчас убьемся, тоже будем трупами. Пойдем. Че сидите, пошли? Да не, братан. Мы больше не курим. Все, с меня хватит. А че?
пацанам, профессоры, пацанам, профессоры. What's up, пацан, любишь отсыпаться, you got some. Двиги, двиги, прямиком до падика, барыги, просто деньги выкинь, такой принцип, прикинь. Наркоманы конченые, все цветы мне истоптали. Так эта бабка, бля, его шатала, ё-моё. Вставай! Вставай, говорю. Курт Кобейн бом кельмит, Джимми Хэнкс бом кельмит, наш хор Бульгин кельмит, Меф Пингаш эльмит, кока заставляет густить, он с The Wimmer'ом компит, R7D, Shake 7D, тепит, походу маган кустит, костит, сосит, маган, оху, бэрэ, бэр, бэрэнэн, дэмэ, бэркузы, бэрдэнгэр. Ну вот так вот, ребятки, посмотрели. Увеличивать качество не буду в видео, но просто вот снимаю на ноутбук. И прям качество беспонтовое. Всем пока-пока. С вами был Азум Мантис. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Давайте. Замечательный, потрясающий артист.